Здравствуйте, друзья! Я сижу, подписываю книжки. Вот тут это у меня американские флаги. Это у меня книжки, там у меня в тумбочке много. Это вот, посмотри, покажите, это вот это уже те, которые с адресами там пойдут сейчас людям. Адреса показывать не обязательно. Но вот мы в каждую коробочку вставляем адреса. Вот у нас Анна Леонидовна. Покажи, вот у нее тут протокол, как бы всяких наших победителей. Да, не вчитывай. Вот. Это флаги калифорнийские. Значит, у нас тут две разновидности калифорнийских. Хотя я скажу, что американские флаги, я бы сказал, что они так покрасивше. Вот они такие, знаете, расписанные, такие расшитые. Я здесь, смотри, так они с такими звездами, да, видишь? Такие расшитые, красивые звезды. Вот. А так, хорошо, сочненько. Все это нейлоновое, очень хорошо. Сделано калифорнийские флаги. У нас есть разных исполнений, но калифорнийские не расшитые, а рисованные, что ли. Так, можно сказать, вот давайте я покажу. Калифорнийские флаги вот такие. Вот они. Тоже это хорошая фирма. Вот и все дела, но все-таки вот это слово Калифорния там написано. Если мы так посмотрим, ну, не залезая глубоко, мы видим, что оно там, да, как бы так прописано. Оно прописано, но не прошито. Ну, я не хочу раскладывать, потому что я могу потом не собрать. С другой стороны, если уже начал показывать, правда? Да, друзья, придется нам вот раскрыть. Ну, частично хотя бы вот с калифорнийским мишкой, то есть со мной. Кому придет плохо свернутый флаг, значит его вот разворачивал сам Михаил. Мишка калифорнийский, так вот его, можно сказать. У меня много с этим медведем. Хочется сказать медведем, но медведем, мне кажется, как-то роднее получается по-нашему. Правда? Да. Усугубить и... Да, этот самый... Как-то Мишка косолапый ТП. По лесу идет. Шишки собирает. Песенки поет. Наверное, нет, ну я не знаю. В общем, друзья, вот мы сидим, мне кажется, что я собрал максимально приближенно к оригиналу. Вот. И вот сейчас мы все это. Ну, на этот флаг еще не было у нас кому послать. Вот мы ждем. Если у вас привет немножко растрепанный, это значит тот флаг, который с экранов ваших. Я сказала, тот флаг, который сам Михаил разворачивает. Да, а еще у нас, знаете, что есть? Я вам сейчас покажу. Я заказал для сотрудников и для себя тоже. Заказал, вот, пожалуйста, у нас маечки. Это Портнов Computer School. Они у нас тут в основном черные и серые, хотя у кого-то там и красненькое есть, и зелененькое. Да, синенькое. В красненьких мы когда-то на физкультуру ходили в советской школе. Вот. А вообще у нас еще маечки есть. Вот тут лежат Портнов, это самый не Портнов Computer School, а Silicon Valley Boys, да. Но вы знаете что, мы такое ощущение, что мы их уже отправили. Мы их упаковали. Упаковали, да, еще не отправили, но уже упаковали. У нас модераторы наши, которые на канале вот моделируют всякое безобразие во время прямых эфиров, вот мы им послали, я специально для них заказал не Портнов Computer School, а... вот эту. Так что, друзья, пожелайте нам успехов, и я надеюсь, вот мы очень скоро порадуем тех, кто ждет своих призов. А те, кто участвовал в конкурсе, который назывался «История успеха» в августе месяце, и не затребовал свой приз, друзья, затребуйте свой приз. Потому что у нас из 25 участников только где-то 16-17 проклюнулись и сказали, вот я тут вот, мне приз. Видите, а я сижу и подписываю. Так вот, видите, как подписывают на этой странице, поэтому я подкладываю коробочку. Вот, Евгению. Как фамилия Евгения? Брусник. Евгений Брусник. И вот я сижу и пишу от автора Михаил Портнов. Значит, дальше я пишу. Рука не пишет. Вы не знаете, как сложно писать Лос-Алтос, Калифорния. Марч. Какой сегодня? 6-6-2018. Вот, значит, Евгению отправляется книжка. Анна Леонидовна, это главный, можно сказать, специалист по логистике всех наших вот дел. Спасибо. Нет, ничего добавить. Да.